Всем привет подписчикам канала Galaxy Watch, ну и случайным зрителям. Недавно информацию такую прочитал на ФОПДА об альтиметре, да, что Galaxy Watch 4 не измеряет альтиметр, короче, высоту. Ну и решил сам попробовать. Скачал этот альтиметр. Для тех, кто не знает, что это такое вообще, это такой аппаратик. Значит, такое приложение, которое меряет высоту над уровнем моря, ну и под ним до минус 400 метров, короче, другими словами. И вот я все-таки решил попробовать и вам тоже это продемонстрировать. Так, сейчас я вам покажу на часах всю эту тему. Вот он, альтиметр, пожалуйста. Он показывает у меня сейчас 273 метра. Вот я сейчас где стою, да? Ну и буду я на 9 этаже живу. Девятиэтажечка обычная. Вот, пожалуйста. Живу на ней я, значит, себе на здоровье. И сейчас мы с вами проверим, насколько он правильно мерит или не мерит вообще. Просто будем следить за альтиметром. Все, я пошел на лифт. Подниматься сейчас буду. И сразу же смотреть. Вот сейчас я уже даже по ступенькам поднимаюсь. Он измерил. Ага. 74 уже. Так, сейчас я открою, значит, двери. И пойдем дальше. Вот действительно, мне просто действительно интересно самому. Так, смотрим. Пока у нас 275 уже. Так, сколько показывает? 276. Это я поднялся. Ну, где-то так и есть, в принципе, наверное. Девятиэтажка приблизительно, сколько она? Около 30 метров, да, там плюс-минус, говорят, 25, может быть, или еще что-то. Мы начали с 272. Сейчас поднимаемся и смотрим. 231, 2. Но измерение, в принципе, идет. Насколько оно точное, конечно, затрудняюсь сказать. Потому что даже девятиэтажки точной высоты не имеют. Так. Пока у нас, что там, 295. Пока 295. Идем дальше. Это я на 8 этаже. Теперь, а нам же 9 нужен, да? Так. Ага. Вот я с вами на 9 этаже. 298. Отнимаем 72 и 26. Так я понимаю. Ну, в принципе, так и получается у нас. 72, 272, 298. Да, 26 метров мы с вами получаем. В принципе, как говорит Википедия, девятиэтажечка наша обычно, она может 30 метров, может быть 25. Короче, плюс-минус вот так. Ну, отсюда вывод я делаю какой? Все-таки данный альтиметр, он работает и имеет место быть. Особенно тем, кто в этом нуждается. Кстати, дайверы спрашивали. Ну вот, пожалуйста, вам дайверы. Все потихоньку работает. Вам напоминаю, дорогие друзья, вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!